Красноярский край получит 200 миллионов рублей на создание наноцентра. Фонд инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» выделит необходимую сумму на строительство. Это стало возможно после победы региона в конкурсе проектов. В основном нанотехнические центры занимаются поддержкой различных стартапов. Специалисты отмечают, что наноцентр должен проводить работу так, чтобы научно-технические разработки в регионе приносили прибыль. Всего в России функционирует 13 подобных центров в Москве, Новосибирске, Казани, Самаре, Томске и некоторых других городах. Структура наноцентра – это структура, похожая на деятельность венчурного фонда, которые ориентируются прежде всего на поддержку проектов, находящихся на высоких стадиях, на высоких конечных стадиях разработки продукции, когда уже есть не только научный задел, но еще есть опытные образцы и прочие направления. Здесь основной спецификой и нашим преимуществом нашей заявки было то, что к управлению наноцентра будут привлечены не только специалисты из Роснано, но и команды, которые имеют опыт в реализации инновационных проектов в этой области по России.